Сегодня у нас на обзоре фирма Syncwire. Привет, народ YouTube. А ссылочка у нас сегодня, непонятно, что написано. Тут вообще ни ценника, ничего. Только Мист Экспресс написан и все. Принесли домой, позвонили. Я как раз с улицы только пришел, и они заявились. Так, что у нас здесь? Питание 900 миллиампер, это 220 вольт получается. Выход 5 вольт, 6800 миллиампер выхода. Интересно, вот реально мне интересно, что же это такое? USB зарядное устройство. Походу зарядное устройство. Надо на него глянуть. Вау. Итак, QR-код кому надо, пожалуйста. Вот так. Это у нас на европейский переходник. Есть ссылочка. Ну что ж, давайте посмотрим дальше, как это все извлекается. Так, походу я не знаю, как это извлечь. Еле вытащил с коробочки. Плотно так все заходит. Так, значит, получается у нас зарядное устройство, да? Док-станция 1 ампер, 2 и 1 ампер на 4 выхода USB. И здесь у нас может быть два варианта. Европейский вариант и еще один мне незнакомый. Ну, блин, мощные жала такие. Так, что мы тут видим? Вот, мы уже смотрели, док-станция, выход 5 вольт, 6800 миллиампер, это максимум, совместно со всем. Вот она. Индикация видно, фирменная надпись. Сегодня у нас на обзоре фирма Syncwire. 1 ампер, 2,4 ампера, то есть мы видим обозначение. Это у нас по 1 амперу, а вот это темненькие уже закрашенные кружочки, это у нас по 2,4 ампера. По 2 ампера, скажем так, округлим. В общем, вроде все. Так, вот втыкать можно вот так розетку. Я надеюсь, у всех или так, или так. Ну, если так воткнуть, то все снизу. Ну, давайте, ладно. Давайте, сейчас я соберу всю эту технику, и мы посмотрим, как все это соединить вот до кучки. Ребята, я обычно не взвешиваю, но этот буду взвешивать по той причине, что все зарядные очень легкие, а это 177 грамм. Смотрите, 177. Так, ребята, я вот воткнул в сеть, видим, с синеньким цветом подсветка имеется. И я подключил уже смартфон, PPTV заряжается, 50% осталось. Вот как-то неудобно мне показывать здесь, но вот надеюсь видно. Получается 1 ампер. Давайте сейчас без нагрузки попробуем. Без нагрузки питания 5.12, это без нагрузки. Включаю первую нагрузку. 5.05, 1 ампер. Хотел этот всунуть, но он толстый, не помещается сюда. То есть шнурки можно подключить, а вот чтобы проконтролировать это дело, не получается. Так, воткнул. Что там сейчас? Напряжение 5.08. Здесь у нас 5.09 напряжение. И я включаю планшет Galaxy Tab. Так, вроде правильно.
Так, воткнул Galaxy Tab. Напряжение 5,06. Galaxy у нас хавает тоже 1 ампер. По 1 амперу. Напряжение 5,08. Напряжение 5,08. Четко. Сейчас еще один подключаю и даю нагрузку. Сейчас мы проверим нагрузку вот этой лампы. Аж прогрузить надо этого товарища. То есть память кончилась в камере, поэтому пришлось остановить. Значит, продолжим. Дальше получается у нас 1 ампер, 2 ампера. Тут я добавляю. Так, сколько у нас тут? 1 ампер включен. Включаю 1 ампер. Напряжение просело до 5,4 вольт. Вот, получается у нас 3 ампера хавает. Я не знаю, насколько долго оно продержится. Но 4 ампера должно держать, потому что я 4 гаджета ставлю, допустим, 4 входа. Значит, получается каждому по 1 амперу 4 ампера должен держать. Итак, добавляю я еще 5,1 ампер. Тут 1,76, ну почти 2 с натягом. Получается, у нас еще фонарик тоже светит на 250 миллиампер. Итого получается тут 2 и тут 2. Итого 4 ампера, да, 4 ампера держит, ребята. Зарядка продолжается, вижу. Тут тоже напряжение 5,0 ровненько стоит. Фига себе держит. Реальная вещь, ребята, реальная вещь. Советую, держит. Так, начинают вонять уже эти резисторы. Возвращаю назад все это дело. Ну что, кого интересует вот данная вещь, оставлю ссылку в описании. В общем, я доволен данным устройством. Теперь я могу сразу несколько заряжать гаджетов. Вот, не надо мне тыкать кучу розеток. Вот видите, у меня тут 4 розетки. Но это только тут заряжается, бывает по 2, по 3 сразу. Ну что еще можно сказать? В общем, я доволен. Можем еще раз вскрыть, посмотреть, что там внутри, и узнать, почему оно все-таки выдерживает такую мощность. Можно было бы еще потестить так минут полчаса, да, для того, чтобы все-таки выяснить, будет ли он греться. Не, ну, у меня резисторов не хватает, они греются очень сильно. Поэтому я думаю, нормально. 5 вольт держит, 4 ампера держит. Ладно, давайте заглянем, что там внутри. Я думаю, вы за это лайк поставите. Кого интересует подобный тест, то есть в плюс с тем, чтобы влазить туда вовнутрь, смотреть, с чего там все это дело состоит, вот, и почему он все-таки выдает 4 ампера, и почему другие гаджеты не выдают заявленные характеристики. В общем, на этом я буду заканчивать, ребята. Кто хочет, чтобы я его вскрыл, давайте ставим лайки. Там сотню лайков наберет, и все, я его распаковываю, раскрываю, потому что я как бы попробовал. Его реально распиливать надо, это надо краш-тест ему делать. Вот. Если вы заинтересованы, я это увижу. Все, оставляйте ваши лайки, комментарии, подписываемся на канал, и до новых видео. Всем удачи, пока, до новых видео. Так, я поубирал все лишнее, сейчас лишним и это будет. И покажу заодно, что здесь, видите. То есть у меня есть от Xiaomi розетка, которую можно сразу вот так втыкать напрямую, без этого переходника. Ну, я оставлю переходник. Мне как бы так удобнее, больше розеток. Так, надо подумать теперь, как это все дело вскрыть. Постараемся использовать медиатор. Расколет.
Нет, не раскалывает. Я так понял, это будет очень сложная процедура. Не хотелось бы портить внешний вид. Ну а как же мы тогда все это дело все-таки вскроем?